5 по 7 октября Санкт-Петербургский политехнический университет принимал матчи Национальной студенческой футбольной лиги сезона 2015-2016 годов. В течение трех игровых дней на стадионе СК «Политех» сражались между собой сборные из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Московского государственного университета дизайна и технологии, Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева, Северо-Кавказского федерального университета. Почетными гостями на церемонии открытия стали президент Национальной студенческой футбольной лиги Андрей Стукалов, ведущий специалист отдела по взаимодействию с общественными объединениями Михаил Абрамчук, директор Института физической культуры, спорта и туризма Санкт-Петербургского политехнического университета Валерий Сущенко. Как вы видите перспективы развития российской студенческой футбольной лиги? Я думаю, что небольшое будущее. Вот, и мы будем этому помогать всеми нашими силами и возможностями. Ну, мы второй раз уже здесь проводим. Сначала у нас был формат 6-6, сейчас 11-11. Вот, ну, мы поменяли тренера. Вот, команда горит, хочет опять ехать в Крымск. В первый игровой день сборная СКФУ не оставила шансов столичным дизайнерам и технологам, разгромив их со счетом 5-0. Хозяева поля не смогли дожать соперников из Казани. Политех сыграл с КАИ 0-0. Во второй день петербургского этапа Казань одержала долгожданную победу над московскими дизайнерами и технологами со счетом 6-0. Вторая игра была более упорной и эмоциональной и закончилась ничьей между Политехом и Ставрополием 1-1. В последний игровой день КАИ одержал вторую победу за три дня, обыграв сборную СКФУ 3-1. Сборная Политеха взяла верх над москвичами со счетом 5-2, которым за три игровых дня не удалось набрать ни одного очка.